Геннадий Соловей провел в Хониках прямую телефонную линию и прием граждан. Причем люди не только озвучивали собственные проблемы, но и выражали коллективные просьбы. Многие вопросы решаются оперативно. По поручению председателя облисполкома на место выезжают специалисты, которые уточняют все нюансы. Более сложными являются проблемы, которые требуют значительных финансовых вложений. В частности, речь идет о просьбе горожан о строительстве в Хониках бассейна. Возможным источником необходимых средств может стать государственная чернобыльская программа. Сейчас в ее рамках в Хониках ведется капитальный ремонт хирургического корпуса Центральной районной больницы. Что касается бассейна, то он может быть внесен в новую программу, реализация которой начнется в следующем году. Председатель облисполкома согласен, этот объект здесь действительно нужен, но построить его быстро невозможно. Новый объект может появиться в райцентре в ближайшие годы. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур. В Гомельской области в поля выведена почти вся техника. Половина плана уже выполнена. Аграрии в первую очередь нацелены на сохранение влаги в почве. В Лоевском районе работа идет в тандеме с мелиораторами. С помощью специальных земляных перемычек планируется повысить уровень грунтовых вод и таким образом обеспечить посевам комфортные условия. А чтобы цель была достигнута не только эффективно, но и быстро, часть хозяйств ввела систему поощрения механизаторов за перевыполнение плана. При благоприятствующих погодных условиях сев ранних яровых в регионе планируют завершить в ближайшую неделю. День памяти и скорби. 76 лет назад почти 33,5 тысячи человек были освобождены из азарических лагерей смерти. Еще около 17 тысяч этого не дождались. Были убиты или умерли от болезней, холода и голода. Лагеря создали в начале марта 44-го в бывшем Домановичском районе. Сюда принудительно согнали из более чем 200 белорусских деревень около 50 тысяч женщин, стариков и детей. Среди них гитлеровцы разместили больных тифом, чтобы эпидемия быстрее распространялась среди мирного населения и в рядах 65-й армии, которая наступала на Полесье. 19 марта советские войска освободили узников азарических лагерей. Во время митинга, посвященного памятной дате, состоялась церемония передачи останков советского летчика Павла Ярошенко на его малую родину – Усть-Лабинский район Краснодарского края. Для этого в Калинковичи приехала делегация из России. Останки летчика были найдены в октябре прошлого года в районе Азаричи. Местный житель показал поисковому отряду место, где разбился советский самолет. Не поддаваться панике, соблюдать меры профилактики. Особенно это касается людей пожилого возраста, которые в наибольшей степени склонны к осложнениям при заражении коронавирусом. Пожилым людям рекомендуется ограничить встречи с детьми и внуками. Желательно проводить время дома, избегать поездок в общественном транспорте, посещения магазинов и поликлиник. В случае недомогания немедленно вызвать врача на дом. Если возникнет острая необходимость в посещении общественных мест, обязательно носить защитные маски, мыть руки и обрабатывать их дезинфицированием. Средствами. В магазинах, торговых центрах и объектах общественного питания региона усилили проведение дезинфекционных мероприятий. Рекомендации разработаны органами санитарного надзора. Специалисты клининговых служб чаще обычного проводят обработку спецсредствами поверхностей, к которым прикасаются покупатели. Во многих торговых точках появились дозаторы с обеззараживающими жидкостями для рук. Особое внимание уделяется состоянию здоровья персонала. Мониторинг проводится ежедневно перед началом работы. Кроме того, товары, которые раньше покупатель мог выбирать самостоятельно, теперь реализуется в фасованном виде. Кстати, с понедельника по пятницу в Гомеле работают горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции. Звонить можно в Главное управление здравоохранения облисполкома по номеру 503204. Также свои вопросы по телефону можно задать специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Номер для связи 75 70 56.